Привет, я Мамыч Амаргуишвили, защитник баскетбольного клуба ЦСКА. Ну, сегодня я второй пилот. Мы летим над домами, большими глотками. Пустите меня за штурвал, командир, я хочу порулить ногами. Мы летим над домами, необъятный мир под нами. Я вас расскажу своей маме, не обламывайте, командир. Все запущено, механизация выпущена. Ну и, Манов, в какой аэропорт полетим? Как единственный цель нашей команды ЦСКА, мы играем целый сезон, чтобы попасть на финал четырех. Как в этом году проводится все это финал четырех в Мадриде, попробуем попасть туда. Хорошо. Вот полоса 36-я правая. Сейчас мы взлетим, посмотрим на Мадрид сверху. Большого Сэма вместе расположился в мягеньком удобном кресле. В голове звучит мотив моей любимой песни. Никакой грязи, никакой жести. Снова спинки кресел у всех вертикально. Сверху вниз картинка очень даже детально. Поднимать железо, воздух — это похвально. И пока для нас парнями это как тайна. Не переживайте, вы, я точно сумею. Дайте мне штурвал в руки, я не вспотею. И пока равнина находилась под тенью, я овладевал этой шикарной ступенью. В норме оперения, в духе склад экипажа. Длина фюзеляжа словно линия пляжа. Чувствую себя здесь очень комфортно. Обожаю жизнь вашего аэропорта. Мы летим над домами, домами, большими глотками, глотками. Пустите меня за штурвал, командир, я хочу порулить ногами, ногами. Мы летим над домами, домами, необъятный мир под нами, под нами. Я вас расскажу своей маме, маме. Не обламывайте, командир. Сидеть в кабине намного легче, чем сидеть в пассажирском салоне, когда мы, ну, часто летаем с командой и больше боюсь, чем, наверное, в кабине. И тем более, когда находишься рядом опытного пилота, уже бояться нечего. И очень приятно было. Все. Мне разрешили даже вот пропустить колесо, там, что-то сделать. И было good experience. Разворачиваемся. Очень круто. Высоко не полетим, чтобы все будет видно было. Мягко, очень удачно приземлились. Но я могу сказать только одно, что до Мадрида еще нам долгий путь. И главное пройти это заслуженно. И придет это время, когда по-честному придется приземлиться в Мадрид. И будет все в наших руках. В этом году у нас очень хороший специалист, очень хороший тренер. Команда очень хорошая, которые всегда стараются друг друга помогать на тренировках, на играх и за площадкой тоже. И, по-моему, это chemistry. По-моему, это chemistry самое важное для команды, которая хочет побеждать.